Элли грызет свою сушеную вкусняшку. Хочу поснимать, как с этим работать. Значит, мы вкусняшку забираем спокойненько и собаку хвалим. Кис. И вкусняшку отдаем. Я ожидала какую-то более явную реакцию. Грета, отойди. Думала, может, она будет охранять, но нет. То есть мы с детства очень много раз делаем подряд. Забрали, поощрили, отдали. Позитивно это окрашиваем, чтобы у собаки было доверие, чтобы она отдавала не из страха, а потому что доверяет, потому что понимает, что все будет нормально, ей все вернут. Молодец, есть. Даже если первая реакция у собаки будет какая-то немножко агрессивная, это абсолютно нормально. Надо показать собаке, чтобы она вам доверяла, что не нужно от вас ничего защищать. Не наказывать такую реакцию, а наоборот, как бы добром и терпением работать. Очень она перевозбудилась на начало тренировки. Поприучаем Элли в переноске. Она в ней уже ехала. Не особо-то ей понравилось, конечно. Элли! О боже. Хорошо. Молодец.
Молодец. Кис. Молодец, молодец.